Ну, посмотрите, ну, издевательство же, ну. Ой, ну, вот побежали строчки. Тем более сучка, ее вообще нельзя завязывать, привязывать. Она упирается? Да ей некуда деться, видите, они ее тащат назад. Она привязана. Все хаски стоят по стойке смирно. Вот они. Это все живые создания, смотрите. Вот хаска лежит на будке. Вон две хаски. Вот хаски. Это какое-то живое дёрство, это как это вообще? Я первый раз такое вижу, вот лично в своей жизни, что вот так вот собаки так находились. Это кошмар какой-то, они рвутся с этих упряжек давно. Будешь ты сегодня катать? Она уже рвется, посмотри, ну сколько может собака стоять? Собака сколько может стоять в таком виде на холоде? Голодные они, не кормленные у тебя перегонки. Смотрите, а вообще это просто... У собаки трясется собака, дрожит, он уши дрожат. Да как она сейчас падала вообще? Нет, вот это вот собака дрожит. Да, сейчас, это видите, давно. Дрожит, просто уже дрожит. Она они вот уже перегрызла. Она полтора часа мы здесь, они стоят в одном положении. Привязанные. Привязанные, рвутся с этих привязей. Рвутся. Я не Сергей. Ну вот сейчас успела. Ага, еще. Вот, и вот на эту собаку еще говорит, издавай, вот с хвостиком. Посмотри. Хоть как-то пытаются перепрыгивать, чтобы хоть как-то согреться. Боже мой, она же как кошерстная. Вот какой-то хотя бы. Откуда здесь будет? У собаки ранена лапа. Какая собака ранена? Кто порезал лапу? Я убрал уже собаку. Какой ужас. А это, посмотрите, позвоночник торчит. Ребята, и мы еще говорим об Якутии, говорим о Китае. Вот, пожалуйста. Посмотрите, что творится. У нее мордочка в крови. Почему? Да она падала сейчас, потому что здесь. Она разбила себе мордочку. Да, она же падала несколько